Мутанты с постапокалипсиса. Всем привет, это Warlord. Сегодня будет обзор набора 70827 Ультра Кисенка и Воин Люси. В наборе 348 деталей и цена 2000. В общем, он из небольших. И давайте же начнем обзор с фигурок. Первый это Эммет. Ну, Эммет как Эммет. У него опять же две эмоции, костюм строителя, вообще ничего особенного. Начнем с того, что хотя бы какие-то аксессуары клали бы, было бы лучше. Конкретно в этом наборе у него нет вообще ничего. А вот Воин Люси фигурка крайне неплохая. Из интересного, что здесь добавили, так это арбалет. И также имеется щит с принтованной деталью Never Stop. Это очень классная деталь, понравилась мне, наверное, больше всех в этом наборе. Полностью зачет, можно ее по-разному пристроить. И как декоративные элементы, как оружие, и вообще как угодно. Две эмоции, шарф, прическа с очками. Первый раз смотрим на вот эту вот штуку из мира Дупло. Собирается как обычная лего, выглядит очень странно. Голова открывается, и здесь типа зубы. Ну и кстати, здесь имеется функционал, сзади имеется вот такой вот элемент, и если вы его вращаете, то вращается его глаз, создавая эффект какого-то гипноза. Но это тогда начинает совсем странно выглядеть, особенно если у него еще и рот открывается, вот в общем-то. Жесть, получилась какая-то постерония. Вот эта версия персонажа из набора с домиком мечты, запомните эмоцию, и вот то, что мы получаем в этом наборе. Да, вы, я думаю, обратили внимание, эмоция такая же, что здорово. И в итоге вот Ультра Кисенька. Как я понял, она может становиться большой и по своему желанию потом уменьшаться. И давайте посмотрим, что по самой модели можно здесь обнаружить. Ну, во-первых, она выглядит грозно. Большое количество когтей, шипов коричневого цвета. Вот эти вот конкретно можно вообще использовать как клинки. У меня был такой серый, отличный такой получается меч для каких-то орков. Здесь их аж 6. Когти здесь, 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 здесь. Хвост вообще это отдельный вид оружия. Вы посмотрите, какой здесь коготь. Здесь опять же все в лезвиях. В общем, максимально опасного зверя компания LEGO смогла сделать. Наклейки имеются. Здесь какая-то корона. Здесь, опять же, сбоку какие-то металлические на ней вставки. Может, броня. Подвижные передние элементы вот эти. Даже можно каким-то образом менять ее настрой с помощью этих клинков. То есть, когда они убраны, допустим, она добрая. Когда они уже, получается, раскрыты и направлены вперед, то это демонстрация агрессии. Голова вращается. Имеется рог, уши и вот такой вот шлем. Кстати говоря, можно увидеть вот эту вот эмоцию. Я думаю, все знают, это принт. И здесь имеются еще вот такая, совсем злая. И также третья. Вот она у меня. Добрая. Это прикольно. Здорово, что здесь аж 3 эксклюзивных принтованных деталей. И при желании можно сделать вот так. Как же хорошо, что в фильм такого не добавили, потому что, зная то, что там будет, я бы не удивился. Но на самом деле, очень хорошо, что этого нет. Так, далее по подвижности. Хвост на шарнирных соединениях. Можно менять его, допустим, сделать как у Скорпиона. Можете посмотреть. Тоже, кстати, идея неплохая. На теле есть еще 2 когтя, которые можно или убрать. Ну, если понять так, будет как кресло, потому что здесь есть место для фигурки. По поводу ног, здесь аж в трех местах они сгибаются. Так, вот так и вот так. Это хорошо. Персонажу этому, мне кажется, нужно придавать какие-то очень интересные позы. Я видел, на коробке можно как-то делать так, чтобы она подпрыгивала. Да, я думаю, у нас-то не получится. Хотя... ох, сейчас страшно выглядит. Ну вот. Она может стоять на задних лапах, тогда превращается в какого-то супермутанта. Здесь давайте сделаю свою просто потрясающую версию. Сюда куда-то можно. Оп. Все, по-моему, получилось безумно крипово. Вот это уже реально какой-то мутант из постапокалипсиса. И в таком положении, если даже на руки посмотрите с этими когтями, получается какой-то мех. Наверное, в фильме ничего подобного не будет, но для этого я и нужен, чтобы какую-то дичь с наборами здесь проворачивать. Так что, на мой взгляд, за 2000 это брать не нужно. 2000 много, но 1300...
1500, тут уже подумать можно. Пишите в комментариях, что думаете по поводу данной супер необычной модели. Поддерживайте видео, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.